Здравствуйте, дорогие друзья! Я Максим Батрев, и в каждом выпуске этого блога делюсь с вами своими личными историями. Я надеюсь, что и менеджеры, и продаваны оценят их полезность. Сегодня мы поговорим о рабочем энтузиазме, друзья. На что способен правильно замотивированный сотрудник. Историю расскажу про декабрь 2005 года. Это было давно, и тогда я был руководителем отдела продаж, а мой отдел продаж соревновался за первое место по итогам года. К 1 декабря осталось всего два претендента на победу. Ну, серьезных претендента, да? С одним из отделов мы просто шли ноздря в ноздрю, и вот наш конкурент внутренний, он опережал нас на 6-7 продаж по итогам года. В компании были хорошие отношения между отделами всегда, но тем не менее выиграть по итогам года хотел каждый. Для меня лично это было делом принципа и целью номер один, которую я вел свой отдел продаж больше полутора лет. И вот 1 декабря мы должны были стартануть, должны были рвануть. Оба начальника, и я, и мой коллега, каждый на своем участке строили стратегические планы, рисовали схемы работы с клиентским массивом, следили за каждым шагом друг друга. Настоящая внутренняя конкуренция, настоящая внутренняя борьба. Ну и к тому же, не мне вам рассказывать, декабрь почти во всех бизнесах – это очень урожайный месяц, да? Перед Новым годом результат компании может составлять почти 200% от результата в обычном месяце. В общем, все в предвкушении, все собрались, мой отдел собрался точно. Готовимся к финишной прямой. И тут вечером, накануне 30 ноября, в Москве пошел первый снег. Но это был не снег, это был снегопадище. Даже буря, можно сказать, мощный ветер. Многокилометровые пробки на дорогах. В общем, на следующее утро выяснилось, что половина моего отдела слегла с простудой. А в отделе у моего коллеги, который был внутренним конкурентом, да, была примерно та же самая ситуация. И в то утро не я один, а сразу два начальника отдела готовы были просто бегать по офису, рвать на себе волосы и друг на друге волосы тоже заодно. Но мы этого не делали, потому что на это не было времени. Надо было срочно сесть и продумать новую стратегию, чтобы не упустить ни одну сделку, не потерять ни одного клиента, вывести небольшой группой оставшихся сотрудников, гору заказов и еще выйти победителем в нашей гонке. Скажу без лишней скромности, да, мне было очень тяжело, и моим сотрудникам было тоже очень тяжело. Но слава богу, у нас был замечательный отдел, в котором каждый горел результатом. Заболевшие ребята звонили из дома, пытались, по крайней мере, вести переговоры с домашних телефонов. Те, кто не мог общаться с клиентами, были постоянно на связи с нами, консультировали менеджеров, которые забрали их заказы. На последних было просто тяжело смотреть, потому что мои сотрудники были обвешаны клиентами, как новогодние елки. И это была адская неделя. В общем, в итоге мы победили. Мы сделали на 10 продаж больше, чем отдел конкурент, и заняли таки первое место, но какой ценой, да? Я много раз потом прокручивал это в голове, возвращался мыслями к той ситуации, пытаясь на свежую голову понять, как рационально стоило бы поступить мне, чтобы и клиентов не потерять, и коллег не угробить. И каждый раз успокаивал себя то, что ну, ничего страшного. На собственном энтузиазме мы тогда сделали все возможное, по крайней мере, стали чемпионами года. Мои ребята были более замотивированы, чем работники соседнего отдела, а это уже была победа. В общем, просто у меня тогда не было другого выхода. Тогда я так думал и отпускал ситуацию. А потом я узнал про BitRx24, потому что в BitRx24 есть модуль CRM, и я понял, чего именно нам не хватало тогда, в далеком 2005 году, в заснеженную первую неделю декабря особенно. Если бы в 2005 году мы могли работать с таким продуктом, как BitRx24 CRM, нам было бы гораздо проще, друзья. Ну, сами посудите. BitRx24 CRM сохраняет информацию о клиенте, сделках, в удобной карточке. Там есть вся информация о заказах, сделках, вся история общения с клиентом, где бы он ни общался. Даже в Фейсбуке и в других мессенджерах можно подключить любые социальные сети, и переписка в чате сохраняется в карточке клиента автоматически. Даже запись телефонных разговоров есть. То есть, если сотрудник заболел, уволился, ушел в отпуск, ну, в общем, по каким-то причинам не выходит на работу, его коллега легко может продолжить вести клиента, быстро ознакомившись с его карточкой. BitRx24 CRM сама ставит задачи. Оставшись тогда в отделе сотрудникам, не пришлось бы хвататься за голову, свалить на них множество чужих заказов на разных этапах продажи. Сама программа подсказывала бы ему, что нужно делать следующим шагом. Все выполнялось бы куда быстрее и спокойнее. И даже наша борьба с соседним отделом проходила бы куда нагляднее. BitRx24 CRM легко анализирует все. Продажи, количество новых клиентов, средний чек сделки, сумма закрытых сделок. Модуль по щелчку выдает наглядные отчеты с графиками, с диаграммами. По любому бизнес-процессу, который нужен в системе управления продажами. Конечно, всему свое время, друзья. В 2005 году мы могли только мечтать о том, что однажды может появиться такой помощник, а сейчас я не знаю, как без него работать в принципе. Все реже и реже я встречаю компании, которые пытаются работать по старинке. Я скажу только одно, что вполне ожидаемо, что эти компании, как правило, проигрывают своим более подкованным конкурентам.
Всему свое время, друзья. У меня на сегодня все. До встречи в следующих выпусках. И вы знаете, что мне всегда есть о чем вам рассказать.